382 спортсмена приняли участие в открытом Кубке Омской области по панкратиону. 9 и 10 февраля в Омском велотреке в пятый раз прошел турнир, посвященный заслуженному тренеру России Владимиру Зборовскому. На открытии соревнований собравшиеся почтили память одного из родоначальников армейского рукопашного боя и панкратиона в Омске. Прежде всего, это, конечно, дань памяти Владимиру Анатольевичу Зборовскому, заслуженному тренеру России, который привел к результатам и Сашу Шлеменко, и многих других бойцов и в любительской карьере, и в профессиональных единоборствах. Ну и самое главное, что это продолжение вот традиций нашего Омской области, как действительно региона, который вот в единоборствах преуспевает очень сильно. В Кубке Омской области приняли участие спортсмены из Новосибирской, Пензенской, Томской, Тюменской областей, Алтайского, Красноярского краев и Санкт-Петербурга. Сегодня у нас самое большое количество участников из всех наших турниров. Пятый юбилейный турнир, который мы проводим, 380 участников. На областной турнир заявляется 10 регионов из других городов. Представьте, конечно же, это почетно, это приятно, что мы являемся одними из лидеров в этой области, в области смешанных единоборств. И это не может не радовать. Медали разыгрывались среди детей 9-11 лет, юношей 12-17 лет и мужчин 18 лет и старше. В одном из финальных поединков среди спортсменов до 60 килограммов встретились два представителя из Омска – Айбек Хасенов, он в красном шлеме, и Роман Ракелян. Победу в поединке одержал воспитанник школы «Шторм». Подготовился очень хорошо. Готовились мы по методике Александра Шлеменко. Спасибо ему огромное. Прошла одна минута первого раунда. Выложился в бою на 80%, мог лучше показать себя. Чуть-чуть не хватило опыта. Будем работать. Я думаю, Александр Шлеменко обязательно мне подскажет что-то новое. Утвердить мои ошибки, я их исправлю. Будем делать работу над ошибками. Примечательно, что практически во всех категориях на турнире первенствовали омские спортсмены. В основном это представители авторской школы Александра Шлеменко «Шторм». Неудивительно, что и главный трофей турнира достался воспитанникам этого клуба.